Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и событие «Грозовой фронт» подошло к концу. Ну и слава богу, потому что эта помойка под названием World of Tank, она вообще разленилась и не хочет ничего делать. Вот эти экипажи 2.0, новая оборудка, вот это все, вот это дерьмо. Оно никому не надо, никому не интересно, и всем, ну, воняет оно, короче, не нравится. Так, о чем я хотел поговорить? Это видео я записываю, это просто благодарность. Хочу поблагодарить нашего кэпа и нашего координатора, Наташу и Макса. Вот они. Это наш командующий и заместитель командующего. Очень два хороших человека. Кассу надо, наверное, отдельная благодарность в виде большого тортика, потому что или пива, не знаю, пивчанского, наверное. Короче, ему огромное спасибо за то, что он терпел нас, наши ошибки тупые, что мы совершали. Ну, конечно, могли и не совершать. Короче, это видео посвящено вот этим двум человекам, которые держат клан Devil, которые приняли меня в клан. Я с ними откатал два ивента. Конечно, плохо, что Наташе не получилось по времени. У нас разница в часовом поясе, там вроде в 4 часа. И у нее не получалось с работы, она очень много пропускала. Так бы тоже вошла в танк, но может будет волна банов. И Наташа тоже войдет в танк. Я надеюсь на это, очень сильно надеюсь. Ну что, закончилась помойная глобальная карта. Действия заморожены. Ничего нельзя делать. Я взял 907-го, я рад. Если ВГ к Новому году ничего нового не придумают, я больше не буду, наверное, участвовать в этой помойной глобальной карте, на которую у тебя ушло очень много времени. Мне пришлось отпрашиваться с работы много раз, чтобы поиграть в эту помойку. Зелень, говорю, слева, да, блядь, слева нахуй. Ебаный хуй, блядь. Ладно, смотрите, что делаем. Суперконь, остаешься здесь, на базе. Здесь, на холму, блядь. Сначала сюда целишь, потом будешь, если что, сбивать базу. 3 ЕСОТых и 2.7.9. Ваша задача 2.7.9 сюда поджаться, блядь, под насыпь. 3 ЕСОТых либо будете вот так продавливать, либо вот так вот. Ну, проще, наверное, вот так. Вы сначала вот здесь выстраиваетесь и задаете отстрел сюда. Все ЧФы, все 2.7.7 назад. Вот так вот прокатываем, блядь. Вот так вдоль горы. Вниз спускаемся, вдоль горы вот так проезжаем, поднимаемся. Ебар налево. ИБР вот так досвечивай. Ну, давай. Две СТБ останутся здесь сверху. Одна ближе, другая дальше от холма, блядь. Ваша задача темперить будет город, блядь. КПХи за мной едут. 2.7.9, еще раз говорю. Здесь под насыпь на подъеме. 3 ЕСОТых аккуратно пока здесь. Зацеливать вот эту хуйню всю. Потом, скорее всего, будет вот так выдавливать, когда мы вот это мы будем проносить нон-стопом. Наша задача сейчас не засветиться. На СТБшках то же самое касалось, блядь. Сейчас проезжаем вот так вот. Ебар, досвечивай, если никого нет, уходи на правую сторону, блядь. В принципе, вот здесь чекни, блядь, если никого нет, уходи на правую. На балконе что-то стоит. Возможно. Не, в колесо дало. Смотрите, что наша задача Арта. Какая. Ага, отлично. Наша задача какая? ТТшки, проходите вот сюда, 3 сотых. Сейчас будете зацелить вот эту всю хуйню. 2.7.9 вот сюда будешь поджиматься, блядь. Так, отставить 2 ЕСОТых, 1 ЕСОТый сзади, 2.7.9 здесь. Наша задача двумя 2.7.7 проехать вот сюда, двумя 2.7.7 и тремя чифами проехать сюда. Двум чифам последним упасть в эту яму нахуй. Остаться там, проносим здесь нон-стопом. Нио ближе поджимайтесь. Нон-стоп светим мы вдвоем. Я понял, Нио ближе поджимайтесь, они уже перетаскиваются на... На 2.7.7 падать, Кас? Не, говно, приемка, тормозим. Пробуем сейчас город фармить, отсвечивайтесь нахуй, тормозим. Пробуйте фармить город, 2.7.9 мы там в жизни не выпулим. Арта КД. Оставляем здесь двух 2.7.7 и одного чифа, остальными чифами перетягиваемся в эту сторону. ЕБР, нам вот это свет нужен на этой стороне. СТБ, ваша задача, вас никто не светит, отсюда вкидывать урон, блядь. Чуть ближе стоять. Сука, чифы, блядь, почему я один еду, говорю, один чиф остается и 2.7.7, блядь. Остальные возвращаются, блядь. Я уже вот здесь, вы еще здесь тупите, блядь. Я светилась. Арта КД.
можно просто нахуй никому не светиться, СТБ, контрите ЕБР, которых вы подъедете, просто поставите пока. Надо, чтобы они разжались, что-то сделали, иначе это, блядь, мы не вкушаем нахуй. Там такая шхуня, и с этой стороны стоит 8-9. Полная шляпа. А надо следующим образом сделать. Три чехла сюда перегнать, три чехла сюда перегнать. Зацелить ими вот эту хуйню, и пром будет светануть надо будет. Даже давай тремя чехами туда, один чех пока вот здесь отыгрывает. Последний. Наташа. Суперконь в город перетягивайся вот к этому чеху. Я в свете. Кто в свете? Блэк. Блять, ИБР, тут кто-то светит нас. Вот он, сбрить его. Еще ему пару тычек. Отпускать еще. Да почему я один попадаю в него? Дайте урон, блядь. Он без не колес попал. Блядь, хорошо, сейчас аккуратно 279 пробуем фармить через нашего ебра. У них и ебр один, я так понимаю, был. Да, возможно, катанулся. Так, это... Аккуратно через кусты вот тут отыгрывай. Два чифа бабаш и блэк оттуда зацеливайте. Не по аллее едь, а по кустам аккуратно. Ты остановись, медленно едь. Не надо тебе бежать, вот, сломя голову. Так я тут шарю ездить нормально. У них какой-то барабан вот тут вот был. 8-9 ошибается. Придите фугасиками. А суперконь, вот отсюда вы не видите их? Вот это вот. Нет. Так, нет. А один суперконь. Блять, арта, да, будет. Арта кидает, ландит, арта вот здесь стоит. Нет, не здесь. Вот здесь. Правее, блять, еще правее, блять, где она там есть, нахуй. Чиф ошибается. Его можно убрать. Высветился. Его можно чифа, блядь, закидывать. Справа этот самый, Наташа, это ваш. Вот этот за... Коля, при свете нет был. Да. А, нам надо без света опять уйти бабашу, Блэку, мне. Оставить здесь одного зера, блядь, опять перетянуться сюда, нахуй, всей бандой и пропушить вот этот. Меня блайндят. Я тут долго не буду жить, наверное. Покатайся там влево, вправо, точнее, не те, кто тебя засветит. Отъезжай, блядь, назад, потом обратно подъедь. Левечу берите, бабаш. Нам надо сейчас, как мы разыгрывали, так делать. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы забираем верх. Это выпушиваем. Сюда 3 чифа и 277 в каты. СТБшки останетесь пока здесь, нахуй. Будете кемпить вот эту хуйню. Можно СТБшками одной сюда даже поскипить вот эту хуйню. Пока Д. Здесь 2 чифа останется. Наша задача забрать вот эту хуйню и забрать вот эту. ТТшки, ваша задача. Я тоже ехать с вами. Да. Ваша задача ТТшками, вот этими ТТшками, занять двумя сотками сюда, фармить балкон. Одно, 8-9, вот это фармить, нахуй. И соткой можно даже вот это заходить отсюда, вот, блядь, фармить вот это. Но это делать надо после того. Сначала сотками можно здесь остановиться, зацелить балкон, портов. Потом ваша задача забрать вот эту хуйню. Будете вот это фармить. Будет чехлы вот это фармить, вот это чехлы будут фармить. Баные, сука, анальные крысы, блядь. Не, мы типа можем тоже постоять, нихуя не делать, блядь, ну, хуй знает, ничья будет. Нилось, чё ты поджимаешься, так? Какие наши действия, рискуем, блядь, или, блядь, похуй? Ну, у нас как бы не горит, у нас как бы бой там, у нас через час бой. Можно посмотреть, что они будут делать. Да, может, сам поедет. Окей, вот этот суперконь, поднимайся тогда обратно на позицию, блядь. Вылазит, вы можете в полку вот этого выцелить. У нас 8-9 светит. Они просто вас бландит арта. Вы же не светитесь или светитесь, Коля, блядь? Нет. Блядь, тогда не получайте от арты вообще, блядь. Так другие выберите позиции. Становитесь здесь тремя чифами, блядь, аккуратно. Да им. Пошли не нахуй. Пускай тоже что-то делают. Помойки ебучие, блядь. Я им это боекомплект разряжаю понемножку.
туда фугасами можно покидать. Ну, он засветит вас, так что лучше не стоит. Конечно. Я могу уехать, да. Ты только должен засветить, когда вот этот хуй на тебя поедет, чтобы он тебя не засветил, даже засветил, съебаться на них. Это сложно. Ну, то есть надо стоять так, чтобы, блядь, как он только высунется, тебе надо уже въебывать. Или, блядь, не знаю. Я в том кусту стою, где они блайндят, я только там могу его светить. Да, смотри, сам отыгрывай. Наша задача, чтобы мы увидели ТТ, и вот это, хуйню, вот это, когда они начинают движение, чтобы я занимаюсь, что это движение. А, бабаш, отъезжай вот сюда. За холм, мычку. Все, поехал. Давай. А, видишь, блайндит куда? Пусть ебать блайндит. Ну, где в рандоме алтарки стоят, на твоем плане проходит. А если у них вот это и все, больше нету танков, блядь? Я тоже об этом пишу, блядь. Что-то ну, первоначальный план. Давайте так, ЕБР у нас останется выживет, нахуй, а мы полетим, нахуй, пушить, блядь. 27, вот этот пацан будет здесь отыгрывать, потом сюда подтянешься, будешь вот это вкидывать спину. А, пока, да, вот здесь. А, суперконь, перетягивайся, Гуфи, сюда. Опять в эту сторону, вот в эту хуйню. Вы будете играть, ты будешь один вот эту линию играть, вот эту, блядь, и помогать, если что, вот сюда, вот этому чифу, вот этот играешь. Двумя сотками также отсюда зайдем, блядь, 279, и вот эта сотка сыграйте здесь. Потому что мало ли у них вот это и все, блядь. Нам достаточно, в принципе, 4 минуты, блядь. Сейчас я подъезжаю, мы начинаем разыгрывать. Опа, опа. Сам едем. Отлично, мы его сейчас на ходу сбреем, блядь, просто поедем. У них еще один засветился. Они, скорее всего, в ту сторону собираются разыгрывать. Готовы. Димон не первый, только уже надо через чифов растанковывать. Егор, давай пока развернемся. Давайте, поехали нахуй, блядь. Блядь, нас отсосало хуй уже от кого-то, блядь. Поехали нахуй. На полке много стоит, два танка точно, блядь. Его на ходу сбриваем, блядь, и проходим, как я говорил, два чифа. Шотные поехали. Шотные сзади останетесь, блядь. Кто взрывает вас так, блядь? Полки вот кидают. Там дохуище прям, блядь. Два танка там. Ну вот они все есть. Ну, все есть, да. 8-9 проезжаем, Алёшка в рельефе останется по возможности. Коня давай. Конч, помогите, 455. Походи, Коля, Блэк, Блэк, оставайся, я прохожу дальше. Блэк, оставайся в рельефе. Блэк, в рельефе, оставайся. Давай туда. Понял, понял. Здесь город, разыгрывайте, фармите полку. Правая сторона, разыгрывайте, Гуфи, поджимай дальше. Гусли. Здесь аккуратно, здесь сейчас с тобой разваливаем, Колян, пробуем их. Вы отсюда фармите ТТ-хами, просто въебывайте их нахуй. Арта в нас кидает, Колян. Приновашка, давай вот сюда в угол это одновременно сбросим. А, СТБ-шек давай. Надо спустить, СТБ-шек надо спустить, прогнать под эту хуйню. Ебер, поможете нас с этим? Угу. Не, нету на его катке там. Держат. 8-9-х, можно давай. ТТ-шки напрягите, вот это ТТ-шки напрягите от 8-9-го здесь. Да, да. Блин, ты упоролся. Вот это двумя ТТ-хами напрягайте. Сбрить его нахуй. 600 чиф. Убить. Еще поехали ближе к городу. Ага, блядь, сука. СТБ еду. Нахуй я поехал. Хорош. СТБ еду. Помогите. СТБшки, да, да, поджимайте нахуй, убивайте, вот туда поджимайте под гору, убивайте ТТ-ху, блядь. Это, стыковать. Я 1200, 1300 почти. Кас, может я поеду, лево. СТБшками проеду. Давай. И 100. Давай. Вот давай, я уже прогнул пьюка. 89. Вот этих надо будет съебать. У нас СТС долг, если что. Да нормально вы тащите, что я, блядь. У нас полки, если что, на нас сейчас многие смотрят. Давай напрягу вверх. Реновашка, вот за вот этот дом давай. Нет, сюда. Сюда, сюда, аккуратненько поднимайтесь, начинайте их кормить. Арта кидай ко мне. Бля, сейчас 907 к нам на базу съебет. Начинайте от башки, начинает кормить. Захват, минута, захват 30 секунд берется, блядь. Давайте первый чиф, вот 800. Гуфи, братан, я давай помоги с этим. Братан, и... помоги, а, блядь, сюда. Пожалуйста. Сейчас вверх по полку вкалываем и там по полю уходит. Давай, я вкатываю. Два шотных, три шотных танка, здесь надо перепушивать.
через ХП, через... Наташа, тормози за трупом. Уфи, 907-й, едь, едь на чифа. Натаха, за трупом. Вон, едь на чифа, блядь. Сзади 9. По чифу дам чифа. Лопаем этого чифа и в захват, блядь. Каток! Арту вон убивайте. Все, поехали, Реновашка, дальше он гуфит. Эй, двумя ТТ-хами закройте, двумя ТТ-хами просто стойте, чтобы они не мучили. Я прохожу дальше. Остальные этот блок ставьте и захват, блядь. Через нахуй бустер. Колян, повернись, остальными ТТ-шками спрячься за них, нахуй. Быстрей. Поставьте блок и станьте в захват, блядь. Плюс 3 нахуй. Вот это тихо, вот это тихо сюда подъедет. Давай, да я его не пущу, еще не парьте. Да тут 9-7, вот тут, блин, контрите 9-7 от с этой стороны. А, вон он, вон он. Слава богу, там, ладно. Сейчас дам ему, Наташа. Помойки вонючие, анальные, пошли. Лучший. Опа, нахуя ты поехал на 907-ю? Да я думал, он там один, но ошибся, да. Да, ты бы вот башки разъебал-то, да, да. Легче было бы. Сука, он самоуничтожился, я думал, я в него попала все. Не успела, блядь. Крыса убежала. Помойки, вонючие. Вот так у них и есть, блядь, 52%. Крысы стоят до последнего, блядь, пытаются рас... Пошли нахуй. С вами был Розе. Всем пока. Кто участвовал, соболезную. Кто участвовал и не попал в танк, соболезную. Соболезную вообще, кто играет в эту помощь.